чем смысл работы актера? Самая главная и первая задача актера заключается в том, чтобы на него было интересно смотреть. Потому что если этого нет, то все остальное бессмысленно и бесполезно. Задача актера, опять же, наполнить каждое слово своими эмоциями, тем, что в нем есть. А в каждом человеке свои оттенки, свои окраски эмоций. Самый лучший способ для того, чтобы привлечь внимание зрителей, это быть искренним. Это быть настоящим. Но искренним быть не просто, а на 100%. А это сложно. Каждый из вас гениальный актер. Вы просто об этом не знаете. Вы просто в это не верите. Вы просто это не делаете. Просто это нужно достать. Достать из человека то, что в нем уже есть заложено. А в этом и заключается моя задача. Достать из человека то, что он не использует, достать из человека то, что он скрывает, и чтобы он сам увидел вообще, на что он способен. Чтобы он сам понял, что он может гораздо больше, чем он думал. В первую очередь нужно человеку научить тому, чтобы он добивался того, чего он хочет. Чтобы он шел, чтобы у него не получается, он все равно делал. А тебе нужно это делать, потому что это твой выбор. Потому что ты сказал, что я это хочу. Человек меняется не словами, он меняется только поступками. Делать сложно. Делать то, что хочешь, сложно. Делать то, что страшно, сложно. Но только так человек меняется. 27, 28, 30. Вот этому мы очень на путь. Кто хочет поработать?